другим новостям. Внесение изменений в республиканский бюджет 2015 года и на плановый период 2016 и 2017 годов обсудили на внеочередном расширенном заседании Кабинета министров. Речь идет об увеличении расходов за счет поступления дополнительных средств. Весомые вливания будут направлены на дорожное хозяйство в рамках дорожного фонда – 316 миллионов рублей. С учетом этого расходы фонда увеличатся почти в два раза и составят в 2015 году свыше 3 миллиардов. Средства необходимы, чтобы завершить ремонт улиц Ярославской, Энгельса и начать строительство развязки на проспекте Айги, столицы республики. Министр образования и молодежной политики Владимир Иванов подчеркнул, что нужно внимательно отнестись к задаче модернизации школьного образования. 180 миллионов рублей должны направить в отрасль еще до конца года. На строительство ДОУ предусмотрено 184,4 миллиона рублей, то есть больше, чем обязательства по соглашению, на 46 миллионов рублей. В инвестиционных расходах также предусмотрено увеличение на строительство объектов спорта на 20 миллионов рублей, строительство объектов здравоохранения на 65,9 миллионов, в том числе на строительство хирургического корпуса онкодиспансера 50 миллионов рублей и на приобретение помещений в микрорайоне Альгешево под размещение поликлиники 15,9 миллионов. На завершение второго этапа по переселению граждан из аварийного фонда будет направлено еще 260 миллионов. Также будут выделены средства на строительство МФЦ в Калининском районе Чебоксар. Предусматривается дополнительная финансовая помощь местным бюджетам – более 100 миллионов рублей. На заседании премьер-министр Иван Моторин акцентировал внимание на необходимости выполнения назначения бюджета, а также проведения всех конкурсных процедур для максимально эффективного освоения средств до конца 2015 года.